Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, у микрофона Намах. И мы продолжаем проходить Beyond Hell and Earth. И прежде чем мы начнем этот адский замес, я хотел бы сказать, что это последняя серия так называемого первого сезона. По той простой причине, что на данный момент в Beyond Hell and Earth готово только 14 карт. А больше пока просто еще Самик под Brutal Doom не адаптировал. Но я, надеюсь, как и вы, буду с нетерпением ждать вторую часть адаптации так называемой Бухайки, то есть Beyond Hell and Earth, кто еще не понял. Потому что дальше, судя по демонстрационным видео от самого автора этого мода, там замесы пойдут вообще жесткие. В конце прошлой серии мы вывалились из, так сказать, первой части ада, прошли через вот этот вот симпатичный кровавый глазик и вывалились не пойми куда. Ё-моё, где это я? 9% жизнедеятельности. Вокруг только мои однополчане и горы черепов. Посмотрим, может быть, позади этих черепов есть что-нибудь интересное? Оба-на! У этого однополчанина была бутылочка со здоровьем. Медикаменты он хоть и носил с собой, но его они не спасли. Зато, возможно, спасут меня. Думаю, уже ни для кого не секрет, что мне здесь не рады. А следовательно, стоит действовать осторожно и рассудительно. Я думаю даже, что пока что я поэкономлю патроны. Опа, с левой. Еще с левой. И еще вот так. Вроде немного размялся, можно начинать замесы. Секретка демонов. И здесь находится адская винтовочка. А у меня для нее максимальное количество патронов. Нужно быть крайне осторожным. Опа. Зефирчик. А ну-ка иди сюда. С левой хуком не хочешь? А тут, кажется, твой приятель. Ну давай, вот так тебе, с ноги. Вот тоже мне, ну и местечко. Проходы узкие, и что-то подсказывает мне, что здесь полно этих демонов. Ух ты. А вот на тебе, поджопник. Из прыжка. Хорошо. Хорошо, поймал мою ногу. Еще будешь? Давай, попробуй укусить меня за ногу. Она же такая вкусная. Он подозрительно смотрит в мою сторону. Несмотря на то, что у этих тварей плохое зрение, нюхом их, кажись, природа не обделила. Он учуял меня. А на, получи. Прямо по твоей сапатке, чтоб поменьше нюхал. Нюхать вредно. В особенности различные нехорошие вещества. Так-так, рюкзачок. В этом рюкзаке были медикаменты. Ну теперь уже можно разгуляться в полную силу. Где-то там была моя двустволочка. Сюрприз! И тебе тоже не хворать. Скопустились. Какие-то черепа, обтянутые металлическими балками. Похоже на самом деле на то, как обшиваю ли ранее деревом, то есть железом, деревянные постройки. Ой, мысли путаются. Это место просто сводит меня с ума. Дай догадаюсь, эта штука опустится. Здравствуйте, мои любимые помидорчики. Как давно я вас не видел, вашу мать. Опа-на! Все, что-то маловато овощей для такой большой грядки. Мне кажется, тут раньше была кровь. По-любому это какой-то кровяной бассейн. Насколько я знаю, из вот этих барельефов может течь кровушка. Нет, они не работают. Что-то у вас тут с кровопроводом не то. Может быть, им стоит позвать сантехника? Однако, если сантехника никто не зовет, то он сам идет.
в гости. Да, это определенно был какой-то кровяной бассейн. Тут даже слив имеется, чтобы он не переполнялся. Однако же, какие технологичные жертвенники. Так, где это я? Отлично, телепорт на стене. И как я должен зайти в него обратно? Как Нео из Матрицы? Опа! Нет, это не работает. А что будет, если врезать по этому глазику? Ничего. Мне уже доводилось видеть ранее такие. Это демонические выключатели. И вот им нельзя сделать нормальный какой-нибудь рубильник, пусть даже из чего-нибудь позвоночника. Обязательно надо выпендриться, вот такой вот глаз зафигарить. Ух ты! Это ловушка для идиотов, не правда ли? Тан-та-дан-тан, тан-та-дан. Ой, у меня же нет шляпы. Упс. Да, в следующий раз не стоит изображать из себя Индиану Джонса. А, неважно. Первый блин всегда бывает комом. Получи, сынок. На тебе еще в щи. И тебе не хворать. Здесь, я уже знаю, находятся медикаменты. У меня отличная память на такие вещи. Опа! Вот так-то. Бывалого морского пехотинца так просто в ловушку не загонишь. Однако, те шипы, они были какие-то странные. Такое впечатление, что радиоактивные. Ведь я даже не коснулся их, но тем не менее умер. Это очень странно. Впрочем, что еще ожидать? Все это место на самом деле похоже на какой-то кошмарный сон. Или бред наркомана. А что, если после того падения в вентиляцию, после того, как я выжил, несмотря на получение огромного количества радиации, эти проклятые ученые корпорации накачали меня наркотой и проводят опыты. А что, если так? И когда меня отпустят? Что, если все эти твари, все монстры, демоны и какие-то непонятные помидоры на самом деле мои глюки? Да быть того не может. Да, здесь имеется кровь, как я и предполагал. А ну-ка заткни пасть! Какой послушный козлик. Ну что же, время идти по уже пройденному маршруту. Вот сюда и сюда, а теперь сюда и хоп, мы на месте. 10 патронов на минигане. Конечно же, этого хватит. На самом деле нет. А получите вашу бать! А да, жри мою плазму! На самом деле, непозволительная расточительность. В этот раз я не буду забирать шляпу, потому что это может быть опасно для жизни. Минутку, какую шляпу? У меня даже несчастной каски на голове нет. О, время сохранится. Интересно. А что, если моя догадка была верна? И этот коридор выглядит далеко не как потустороннее место. Хотя вот это мяско на потолке, оно навевает мысли, что что-то здесь не так. И коридор не настоящий. Прямехонько по кишкам и на днище. А где это я вообще? Что со мной происходит? Это взаправду? Или это те глюки после вентиляции? Турель уничтожена! Интересно, кем, как и какая турель? У меня нет турели. Я что, похож на военного инженера? Очевидно, что нет. Но тем не менее, посреди долбанного потустороннего мира я вижу базу. И эта база явно настоящая. Потому что из нее летят в мою сторону вполне себе настоящие пули. И пошел-ка я отсюда. Эй, парни, вы же прикроете меня, не правда ли? Они сказали мне, чтобы я привел турели в боевую готовность. Да без вопросов. Эй, чуваки, у вас тут как бы пленный однополчанин был. Вас это не волнует?
Твою бать! Эбибердебад! Именно так я называю этих тварей. Не знаю почему, а потому что прикольно. Даже пепла не осталось. А тот парень не промах. Надеюсь, он выживет. Я внутри базы. Все, обстрел закончился. Допустим. Эй, парень. Эй, чувак, у меня нет этой ключ-карты. Посмотри-ка вверх по лестнице. А что там такого? Например, что у нас находится здесь? О, спасибо за патроны. Может быть, они тебе были нужны? Ты пойдешь со мной в любом случае, потому что у тебя миниган. А такие бойцы мне нужны. Парень, что ты делаешь? Ну не на рабочем же месте, мать твою. Что с этим стулом? Тут как будто побывала девочка из звонка. Приятель? Да вы что там, решили... О, я промолчу. Но данный синхронный вид деятельности, тем более, когда его делают на рабочем месте, будет не по душе вашему начальству. Посмотрим, что у нас за проблемы снаружи. Бибердемон. Какой кошмар. Где-то там была моя малышка. Да ебать! Какая боль. Да, это было действительно больно. Пожалуй, я разберусь с этим ублюдком с дальней дистанции. Пиу! Упс, патронов нет. Отлично! Мои сокомандники забрали его и без меня. Они явно опытные бойцы. Два кибердемона? Вы серьезно? Нет, конечно, когда эксперимент Плутония провалился, там было дерьмо и посильнее. Но... А, что я задаю глупые вопросы? Эй, парни, у вас тут как бы пол немного сломан. И оттуда прут какие-то симпатичные головки. Мне кажется, это ненормально. И вообще, в нормальных домах заводятся тараканы, мыши, максимум крысы. А здесь у вас что? Ёкарный бабай, потустороннее измерение поглощает эту базу. Либо меня накрывает все сильнее. В зависимости от того, реальность ли или фантастика, все происходящее здесь дерьмо. Ты самостоятельно завалил второго кибердемона. Ты просто красавчик, приятель. Третий кибердемон? Да вы, должно быть, шутите. В любом случае, у вас есть медикаменты, а потому, пока вы с ним перестреливаетесь, я посмотрю, нет ли здесь каких хитроумных тайников. Эй, брат Копперфильд, я знал, что ты жив. А что это там за такая земля в иллюминаторе? Опа, моя прелесть. Я до сих пор не знаю, что это за белые шарики, но надеюсь, что не снежки из кокаина. Но мне от них определенно лучше. Эй, чувак, прости, я не могу дать тебе ключ-карту, пока база не в безопасности. Я, кажется, убиваю... Допустим, что я убиваю уже третьего кибердемона. У меня патроны как бы не из воздуха берутся. Может быть, надо что-то сделать на самой базе? Упс. А эти двое парней бегают... Ёхарный бабай. Они просто бегают по небу. Да это точно не по-настоящему. Такого бреда в реальности и быть не может. Допустим, демоны умеют ходить по небу. Допустим, что даже кибердемон научится летать. Но наши морпехи без реактивных ранцев? Да, что-то тут определенно не так. Но если надо мной ставят эксперименты, то возникает следующий вопрос. Ведь в реальности до этого я тоже видел всех этих монстров. Получается, что... Надо мной зачем-то ставят эксперименты, в то время как Землю снова захватывают эти твари? Где-то здесь должен быть выключатель от запасных турелей.
Дополнительные защитные турели активированы. Камера турелей активна. И что? Ошибка. Турель не действует. И что мне делать? И какой это по счету кибердемон? Давай, постреляй в меня. Ты же хочешь пострелять в меня, не правда ли? У меня есть еще винтовочка от ваших конструкторов. Давай испытаем ее как раз таки на тебе. Кажется, это была плохая идея. А вот так тебе. Да ему вообще на все пофиг было. А нас атакуют! Остановите их! Опа! А это те самые парни с адскими винтовочками. Один из них, помню, был мирный. А впрочем, трупы никогда не хотят воевать. Не правда ли? Вот так бы додрали им задницы. Хорошая работа. Может, они и мертвы. Но, знаете, построить заставу в потустороннем измерении, имея в своем распоряжении всего 6 защитных турелей? А эти парни любят рисковать. Давай, чувак. На лестницу меня посылаешь. Эй, ты, это ты связывался со мной через экран коммуникатора? Отдай винтовку и дай мне ключ-карту. Спасибо за помощь, солдат. Вот, возьми ее. Ништяк. Теперь я могу продвинуться вглубь вашей базы и посмотреть, что творится там. Да. Зода в разработке. Район строительства? Что бы это могло значить? Нажму-ка я этот выключатель. Ух ты, дотянулся. Пир с тварью пройден. Входим. Работа в прогрессе. Итак, вы прошли через все 13,5 уровней. 13,5? Да, конечно. А карта 14 еще не завершена. На подходе еще больше. Еще сильнее закручивается история. Больше уровней. И больше жопоразрывательного экшона. Я надеюсь, что ты получил удовольствие, играя в эти карты. А я получил удовольствие от того, что я их сделал. Оставайся до линии, Барпех. Ну вот, дорогие друзья. Дальше у нас идут карты из обычного второго дума. На этом пока что эпичный сиквел-приквел от Дом Дума Beyond Hell and Earth подошел к концу. И так мы и не узнаем, то ли нашего главного героя накрыло, и на самом деле он все это время лежит в отключке и его глючит, так он и не вышел из-под радиации. В общем, будем ожидать продолжения от автора мода, а я буду в особенности ожидать адаптацию этого мода от моего коллеги Samika37. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Ведь это всего 2 маленьких щелчка, а такое большое значение. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, друзья!